Депеша от сэра Лонгарма. Надеюсь, вам уже удалось положить конец разбойным нападениям волков. Теперь я прошу вас об одолжении. Начните постройку заставы на границе владений герцога Дипюса, чтобы я мог лучше судить о численности его армии. Но ни при каких обстоятельствах не сообщайте лорду Вулсаку о завершении миссии. Крыса родился в землях, принадлежащих семейству Депюсов. К его матери герцог Депюс был особенно милостив, освободив ее от налогов. Так что ни она, ни ребенок никогда не знали нищеты. Однажды к их дому подъехал посланец, сообщивший, что настоящий отец крысы – сам герцог Депюс, в доме которого мать юноши когда-то прислуживала. Вся семья Депюсов трагически погибла в кораблекрушении. И единственным наследником титула и земель оказался крыса. Найдите на границе владений герцога Дипюса подходящую возвышенность и начните строить заставу. Деревянный замок обеспечит лучшую защиту. Возьмите с собой скот, там неплохие пастбища. Не давайте врагу себя обнаружить, но если это случится, пусть не останется никого, кто мог бы о вас доложить. Размещение на холмах даст вашим лучникам преимущество. Разместите ваш замок, милорд. Постройте амбар, сэр. Это нельзя здесь разместить, милорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Доброе утро, ваша светлость. Очень мило с вашей стороны не брать с нас налогов. Хорошие налоги – это когда их нет. Хорошие налоги – это когда их нет. Запасы провизии убывают, мой лорд. Нужно дерево. Это нельзя здесь разместить, милорд.
Запасы провизии убывают, мой лорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Провизии осталось мало, повелитель. Запасы провизии убывают, мой лорд. Провизии осталось мало, повелитель. Нужно дерево. Провизии почти не осталось, милорд. Нужно дерево. Провизии осталось мало, повелитель. Очень мило с вашей стороны не брать с нас налогов.
Казна пустеет, ваша светлость. Казна пустеет, ваша светлость. Запасы провизии пополняются. Наш золотой запас стабилен. Наш золотой запас стабилен. Провизии осталось мало, повелитель. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Они нас обнаружили, сэр. Какие будут распоряжения? Нужно дерево. Провизии почти не осталось. Осталось мало. Нужно дерево. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Коров поразила какая-то болезнь, милорд.
хватает дерева, милорд. Провизии осталось мало, повелитель. Запасы провизии убывают, мой лорд. В казну поступает золото, сэр. В казну поступает золото, сэр. Амбар пуст, сэр. В казну поступает золото, сэр. Амбар пуст, сэр. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нужно дерево. Разведчики сообщают, что к нам движется еще один отряд людей-крысы. Мы готовы их встретить? Не хватает оружия, сэр. Милорд, мы идем. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Провизии осталось мало, повелитель. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. А? Мы уже в пути. Уже идем. Лучники готовы. Селься! Целься точнее! Запасы провизии пополняются, сэр. Наш золотой запас стабилен. Ждем ваших приказов. Мой лук вашим услугам. Буренкой что-то неладно, сэр, и с другими коровами тоже. Нужно золото. Не хватает оружия, сэр. Милорд? Казна пустеет, ваша светлость. С буренкой что-то неладно, сэр, и с другими коровами тоже. Доброе утро, ваша светлость.
Доброе утро, ваша светлость. Идем в ваших приказах. Какие будут указания? Нужно дерево. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Да? Мы идем. Враги не выдержали нашего натиска. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Готовы. Мы уже в пути. Мы постепенно расходуем деньги, сэр.
Это замечательно. Доброе утро, ваша светлость. Вы нас разбавили. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Идем в ваших приказах. Милорд, уже идем. Идем в ваших приказах. Какие будут указания? Нас атакуют войска крысы. В казну поступает золото. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Да? В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Идем в ваш приказ. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Нас атакуют войска крысы. Эти трусы сбежали, сэр. Мы не успели их поймать. И они наверняка нас выдадут. Вы храбро перебили множество патрулей крысы, но в последнем сражении нескольким отставшим солдатам удалось уйти. Хотя специальных распоряжений вы не получили, ясно, что нельзя дать им добраться до герцога де Пюса и раскрыть ваше местоположение.